Вітаю вас, шановні телеглядачі, в ефірі програма «Студія Плюс», в якій ми не лише обговорюємо важливі соціальні проблеми, а також намагаємось покращити вам настрій. Саме сьогодні, 8 серпня, відзначається День святомучеників Єрмолаї, Єрміпа і Єрмократа, і єреїв, но нікомедійських. У наших пращурів це був час збору лікарських рослин. Також вважали, що саме від сьогодні можна дивитися на зорі і по них відгадувати, яка ж буде погода. Тобто, якщо зорі були золотавими або фіолетовими, того забарвлення, то говорили, що буде гарна погода. Також потрібно сказати, що серпень – це взагалі дуже хороша пора, аби спостерігати за зорями. Тому, думаю, що дуже любителі, хто хоче подивитися на зорі, дізнатися якісь нові відомості, можуть вже починати цю роботу. Також цього дня, в 1786 році, Мішель Пакар скорив найвищу вершину Європи – Монблан. Її ще також називають Білою горою. Її висота – 4808 метрів над рівнем моря. Потрібно сказати, що взагалі Монблан – це гірський масив і одноіменна вершина в Західних Альпах, які знаходяться на кордоні Франції та Італії. Цікавий факт, що саме під Монбланом прокладений автомобільний тунель довжиною 12 кілометрів. Він з'єднує Францію і Італію, і по обидвих його боках розташовані курорти. З боку Франції відомий гірколижний курорт Шамоні, а біля південного підніжжя, тобто на італійській стороні, це курорт Кур-Майор. Також цього дня, в 1899 році, американець Маршал запатентував таку цікаву річ, і нині без якої не може обійтися жодна людина – це холодильник. Також цього дня, в 1949 році, у Страсбурзі відбулася перша сесія Ради Європи. Рада Європи – це міжнародна організація, яка об'єднує 47 держав, які розташовані на європейському просторі. Серед найбільших успіхів Ради Європи – це Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 50-го року. Нині вона слугує основою для Європейського суду з прав людини. Також сьогодні своє день народження святкує американський кіноактор, режисер і продюсер, володар нагород «Оскар» як найкращий актор. Також він відзначений двома преміями «Еммі», шістьма преміями «Золотого глобусу» та багатьма іншими. Говоримо сьогодні все це ми про Дастіна Хоффмана, тож вітаємо його з днем народження. Ну, наразі це всі цікаві відомості, цікаві люди, яких ми знайшли, які народилися цього дня. Ну, а далі пропонуємо традиційно відправитися у подорож країнами Європи у пізнавальному фільму від наших колег. Євросоюз. Останнім часом ця тема не сходить із вуст українців. Хтось боїться його наче вогню, а хтось чекає на нього як на манну небесну. Але ніхто не знає, чи правда там так страшно або так класно, як малюють. Отож, ми хочемо розібратися у цьому, дослідивши шлях до ЄС тих країн, які ще не так давно перебували у так званому радянському соцтаборі. І сьогодні ми продовжимо знайомство із сусідньою Румунією. Не создаю впечатление, что это ультрабогатая страна. Это, конечно, не Польша, не Западная Германия. Самое первое впечатление в Румынии – это то, что дела здесь обстоят не так плохо, как кажется по ту сторону границы в Украине. Зараз ви побачите, як румунське бездоріжжя перетворили на європейські дороги. До 2030-го ми хочемо мати європейські автостради. Чому румунські тюрми такі переповнені? Висунуті звинувачення матері і сестрі прем'єр-міністра, а його зять у в'язниці. За стіл посадили, інші їдять. Або куди зникло румунське виробництво? На жаль, країна майже нічого не виробляє. Промисловість зупинилася. Одна из особенностей Румынии – дороги. В целом они намного лучше, чем в Украине. Но вот такие ограничения – 30 км в час – заставляют автомобилистов двигаться с черепашьей скоростью. В
Румунії були найвужчі практично у Східній Європі дороги, але вони були завжди в доброму стані. За минулі роки наша країна втричі збільшила кількість автострад, але, на жаль, немає жодної автостради, яка б зв'язала один пункт перетину кордону з іншим. На початку нульових вся Румунія була вкрита дорожньою технікою, адже Євросоюз і бездоріжжя – поняття несумісні. Без допомоги ЄС, звісно, не обійшлося. З порожніми кишенями доріг не залатати. Просто у нас занадто часто змінюються міністри транспорту. І якби вони були менеджерами, а не просто міністрами, було би краще. Та все ж амбітні плани такі. До 2030-го ми хочемо мати європейські автостради. Що тільки не роблять румуни, аби довести, що їхня батьківщина – це теж Європа. І не лише територіально. Хоча два десятки років тому це був край гастарбайтерів, циган і суцільної бідності. Путь Румынии в Европу начался на этой площади. Вон с того балкончика диктатор Николай Чаушеску обратился к народу с призывом быть едиными и двигаться к лучшей жизни. Именно с этого момента началась румынская революция. Народ двинулся к лучшему будущему, но уже без диктатора. Чаушеску! Капут! Це був очевидний вибір. Приєднатися до Європейського Союзу, приєднатися до НАТО і отримати свободу, демократію, верховенство права та ринкову економіку. Після падіння режиму Чаушеску у 1989 році вже у 90-ті Румунія мала найвищий рівень корупції в Європі. Пролізти до ЄС із таким багажем було нереально. Ми розробили національну стратегію боротьби із корупцією та створили спецоргани. Деякі з них були створені ще до вступу в Євросоюз. У першу чергу були внесені зміни до кримінального і кримінально-процесуального кодексу. Зокрема, був ухвалений закон розширеної конфіскації. В ЄС не хотят, чтобы здесь была большая коррупция. А поскольку Румыния хочет двигаться в ЕС, хочет, наконец, стать полноценным членом, ввести здесь евро, то она и предлагает усилия в этом. Мы стоим у здания, которое будет пострашнее замка графа Дракулы. DNA – агентство, которое ежедневно выносит множество приговоров олигархам, богатым людям и просто чиновникам коррупции, обвиняя их в страшных делах на миллионы долларов. Сегодня журналисты пришли сюда для того, чтобы посмотреть, кого же посадят в этот раз. Тут завжди впізнавані обличчя політиків та держчиновників, яких або підозрюють, або викликали у якості свідків. Ми й подумати не могли, що люди, прізвища яких вам нічого не скажуть, бо то колишні парламентарі, фігуруватимуть у таких гучних справах. За ґратами брат колишнього президента, під прицілом мати і сестра прем'єр-міністра, а його зять і поготів у в'язниці. 13 міністрів залишили уряд і чекають на вирок. І щоразу один арешт тягне за собою низку нових. Так, високопосадовці саджають до в'язниці на період розслідування. Саме через те, щоб вони не змогли використати свій вплив на суд або на хід розслідування. Самый популярный человек в Румынии сегодня – это глава антикоррупционного агентства. Он обходит по популярности даже патриарха православной церкви. Чем не рецепт для украинских политиков? Начните проводить реформы, начните бороться с коррупцией, и вам не нужно будет заботиться о рейтинге. Для багатьох політиків боротьба із корупцією стала персональною справою. Ми, як звичайні люди, вбачаємо, що ці зміни на краще. Люди розуміють, чим нижчим буде рівень корупції в країні, тим вищим стане рівень їхнього життя. Утім, заяви чиновників ще не означають, що країна стала суцільним райським місцем. На жаль, ті, хто при владі, вони крадії, і вони залишаються при владі, так само, як і в Україні. Діяльність антикорупційного бюро – це, звичайно, круто, але в ньому порушують справи з великим запізненням. Тим не менш, саме завдяки боротьбі із корупціонерами до бюджету країни повернуто сотні мільйонів євро. До того ж, Румунії вже який рік вдається утримувати від падіння національну валюту. Для порівняння, румунська лея у 6 разів дорожча за нашу гривню. Румунії дуже повезло з главою Нацбанка. Если в Украине за годы независимости их было порядка 10, то здесь один, который на этой должности уже более 25 лет. Вся страна очень хочет ввести евро.
Но он понимает, что если это сделать, то все очень сильно обеднеют. И поэтому он проводит такую политику, которая очень сильно защищает национальную валюту. И люди ему доверяют. Та румунці все одно бідкаються. Мовляв, під яскравою обгорткою європейських змін все одно не цукерка. На жаль, країна майже нічого не виробляє. Промисловість зупинилася. В економіці Румунії произошло все то страшне, чого бояться в Україні. До того, как она стала на пути евроинтеграции, здесь было очень много нефтеперерабатывающих заводов, больше, чем в Украине. Здесь выплавляли очень много металла, поставляли продукцию легкой промышленности во многие страны. Сейчас значительная часть всего этого не работает. Та це не втрата, а зміна, вважають румунські посадовці. Мовляв, колишня промисловість була пшиком, адже орієнтувалася на країни третього світу. Тому ні колишні технології, ні якість румунської продукції не могли конкурувати з європейськими. Наразі ж 75% вироблених товарів експортують до Європи і заробляють на цьому близько 10 мільярдів доларів щороку. Політика Євросоюзу полягає у розширенні. Це збільшує його вплив, потужності, ринок, а також вгамовує недоброзичливих сусідів. Утім, звичайних румунців більше хвилює вміст власного гаманця, а не європейська стратегія. Комунальні тарифи зросли, а наші зарплати залишились на тому ж рівні. Але я так собі думаю, якщо у нас тарифи такі, як в ЄС, то і зарплати мають бути схожими. Справді, у людей ще недостатньо грошей на необхідні щоденні витрати. Але це не через євроінтеграцію, а через економічну кризу. Нам довелося урізати зарплати людям і підвищити податки. Тим не менш, колись бідна посткомуністична Румунія давно обігнала незалежну Україну. Небольшой пример для того, щоб оцінити, наскільки румуни живуть лучше, ніж українці. Середня зарплата в Румунії – 1700 лей. Середня ціна відборного м'яса – 20 лей за кілограм. То есть на среднюю зарплату можно купить 85 килограмм мяса. В Украине средняя зарплата 3,5 тысячи гривен. Средняя цена отборного мяса 90 гривен. То есть можно купить порядка 40 килограмм. То есть выходит чисто арифметически, что в Румынии люди живут в два раза богаче, чем в Украине. Якби ми йшли цим шляхом самостійно, то, можливо, відхід від комунізму розтягнувся б на два покоління. Десь 40 років нам би знадобилося для того, аби позбавитися цього тягара. Євросоюз надає великі можливості, але лише тим, хто справді того хоче. Ми переконалися у цьому на прикладі сусідньої Румунії. До нашої студії завітали гості. Це пані Вікторія Сухенко, тренер народного художнього колективу «Вікторія» багатопрофільного молодіжного центру. А також дві чемпіонки світу – це Анастасія Ніщенко та Вікторія Сухенко. Вітаємо нас в студії. Доброго дня. Ваш колектив вже досить добре знають і в Черкасах, і в Україні, і за її межами. Досить недавно таки ви у нас були в студії в гостях. Розкажіть, що від того часу змінилося? В яких змаганнях ви брали участь? Но на самом деле лето – это у нас пора немножко отдыха, немного релакса и подготовки к следующим стартам, к следующему танцевальному сезону. То есть мы, приехав с чемпионата Украины, где, в общем-то, наши дети взяли в командных местах, в командных категориях очень хорошие места. Девочки еще раз доказали, что не зря они съездили на чемпионат мира, подтвердив свои звания своими хорошими выступлениями. Вот. И сейчас мы немного отдыхаем и готовимся к следующему сезону, потому что он будет не менее насыщенным и не менее интересным, чем был предыдущий. А щодо чемпіонату України, які місця зайняли і скільки от ваших учнів там було? Но у нас поехала очень большая команда, у нас поехало около 20 человек. Это детки от самых начинающих, самых маленьким, которым было по 6 годиков, и заканчивая уже нашими звездами, топами, которые не единожды доказывали свою силу и мощь на танцевальных чемпионатах. Я очень рада тому, что девочки и Вика, и Анастасия, и Еремчук, Дарина, Кузьменко, Анна, то есть это те дети, которые сейчас в рейтинге стоят на первых позициях в Украине, в очередной раз доказали то, что они есть конкурентоспособные и одни из лучших танцоров. Ну, что мне, в общем-то, очень даже как-то бы импонирует, потому что мы понимаем, ради чего мы тогда работаем, что все не просто так и все, недаремно. Розуміло, дівчата, я просто не можу не запитати вас про чемпіонат світу, тому що насправді мати такий титул саме чемпіонки світу, як вам це вдалося? Настя, розкажи, як тобі виступати в Чемпіонаті світу? Взагалі, це дуже велика праця, ми до цього дуже довго йшли, готувалися, але ми просто ще раз давали, що ми найкращі, і це не було сильно важко для нашого колективу.
Вика, як тобі було виступати? Ну, мені було складно, тому що я знала, що у мене сильна конкуренція і що я не хочу бути самой там последней. Я хотіла вложитися на все 100%, і у мене вийшло. Но девочкам было достаточно сложно еще и потому вот взять Вику. В прошлом году она выиграла чемпионат мира, она тоже была первая. И во второй раз доказать, стать на эту же позицию было очень тяжело, потому что конкуренция, как правило, мы всегда отслеживаем девочек, с которыми мы соревнуемся, анализируем ситуацию, где, в какой, почему, по какой причине мы уступили или проиграли, и делаем, соответственно, выводы. Точно так же и другие топовые танцоры, они всегда, помимо того, что они тренируют тело, они тренируют дух и также стратегию, потому что, ну, танцы, ну, вот я всегда говорила, что танцы — это, наверное, чуть-чуть даже сложнее, чем спорт, потому что тут вы пробежали, отлично, вы хорошо прыгнули, замечательно. Здесь же девочкам нужна очень хорошая физическая подготовка. Они должны при этом еще эмоционально и энергетически выложиться, потому что они должны еще и понравиться, потому что танцы — это все-таки еще искусство. И масса людей, особенно судейская бригада, воспринимает это на уровне, ну, интуитивного восприятия. То есть уже работает психология, конечно, поэтому тут нужно все вот эти вот нюансы, аспекты, справиться опять-таки с волнением, подобрать нужную музыку, которая произведет нужное впечатление. То есть, ну, работает действительно колоссально и со стороны детей, со стороны руководителя, ну и благодаря своим родителям девочки имеют такую возможность показывать себя и развиваться, и расти в дальнейшем. Вы сейчас говорили, что задовольните судейскую коллегию. Чи пам'ятаєте ви, кто был саме судьями тоді на чемпионате света? Но судейская бригада – это, как правило, 11 судей из разных стран мира. То есть в этом году чемпионат мира представляет 21 страна, включая очень далекую, из Индии были представители, в общем, так очень даже было приятно, Гибралтар, Великобритания, то есть достаточно обширная география была, и судейская бригада сидела тоже из людей, которые в принципе не знают танцоров, они не знают, кто из какой страны, они не знают детей, тем более, ну, не объявляется ни страна, ну, называется, даже фамилии не называются, они по номерам выходят. Вот. Ну и что очень приятно и ценно, то, что оценивают, как оценивают себя люди, которые не знают, как. Вот если в Украине существует определенная узнаваемость, особенно у топовых танцоров, то, ну, чемпионат мира, ну, опять-таки, другое восприятие. То есть мы привыкли, как мы привыкли, а на чемпионате мира иногда результаты совершенно выкручиваются совершенно неожиданным образом и занимаются как бы там, где, ну, мне казалось, в этом году у меня в категории юс и девочка станцевала. Вот как для меня она станцевала, ну, нехорошо и плохо. Тем не менее, она выиграла эту категорию. В другой категории, где дети станцевали, ну, вот, по-моему, она должна быть первая, ну, крайне, ну, вторая, ну, в тройке железобетонно. В итоге дети, ну, где-то вот там в конце финала. Ну, то есть очень сложно понять психологию как бы судейской бригады, потому что, ну, международный, другой менталитет, другое восприятие, другое все, и поэтому тут, ну, тем интереснее, наверное. Хоча, з іншого боку, мабуть, найбільш це несправедливіший варіант, адже ніхто нікого не знає, судді саме спеціалізуються суто на рухах і так далі. Ну, в общем-то, да, конечно, но тем не менее, ну, не хочется это признавать, но к Украине на чемпионатах мира очень предвзятое отношение, потому что у нас очень талантливые дети, у нас очень талантливые руководители и очень целеустремленный народ в принципе, поэтому в этом году я с гордостью хочу сказать, что наша сборная в составе 50 танцоров. 50, то есть у нас количество 50 вообще никогда в жизни не было. Мы обычно ездили, команда 100-200 человек. А здесь было очень мало, ну, детей, и тем не менее усилиями мы обошли итальянцев, команду, в которой было около 300 участников, испанцев. То есть 11-й год подряд украинская сборная занимает первое командное место. Ну, в общем, девочки вложили лепту свою в этот результат. И я очень горда тем, что все-таки мы, невзирая ни на что, смогли еще раз показать. Поэтому, говорю, к украинским танцорам, ну, чуть-чуть предвзято. Потому что, знаете как, ну, всегда обидно, когда явно видно, что дети лучше. И, ну, определенные какие-то политические моменты такие существуют, как на каждом спортивном мероприятии, я думаю. Но, тем не менее, невзирая ни на что, наши дети смогли, собрались, локализировались и доказали, что они, ну, мега-дети, с мега-тренерами, с мега-родителями, которые просто, знаете, как просто собрались в одну кучу и просто ударили в одну точку и разбили вот этот вот лед, пробили эту стену, которую мы не думали, что мы выиграем, потому что мы понимали, смотрели, сравнивали. И, то есть, был 1% надежды.
Но на третий день мы поняли, что в принципе у нас есть реальная надежда, что мы выиграем. И четвертый день дети, конечно, все, что они могли забрать, они все забрали. Просто уже был такой настрой, посыл у родителей, у детей. Вот, поэтому как-то мы молодцы. Зрозуміло, насправді це унікальна річ. І, Настя, розкажи, як довго ти готувалася до цього чемпіонату світу? Ну, якщо чесно, то ми не те, що готуємося до змагань, ми просто постійно тренуємося, ми розвиваємо себе, удосконалюємось, і ми просто тренувалися, готувалися і потім поїхали. І тобто ми не йшли саме до цього чемпіонату, ми готуємося до кожного змагання. Ну, от щодо взагалі стилів, в яких стилях ти зазвичай танцюєш? Ну, я танцюю в сучасних стилях, взагалі це джаз-фанк, денс-хол і вагінг. Що найбільше подобається? Ну, важко сказати, мабуть, джаз-фанк і денс-хол. Це більш моє. А чому? Ну, я не знаю, просто мені легше в цих стилях обігравати музику і подача, ну, як мені здається, це моє. Віка, а як ти довго готувалася до цього чемпіонату світу? На самом деле я готовилась достаточно долго. Я меняла много раз музыку, связки, это все сложно было. И так все готовились упорно и вообще все переживали. Особенно за неделю. Виктория Петровна была там на чемпионате другом. И получается наш коллектив, те ребята, которые ехали на чемпионат мира, они остались просто в зале, и все так вот каждый день приходили с утра до вечера, работали. То есть спочатку вы еще поехали без тренера, то ваш уже потом? Нет, за неделю до чемпионата меня просто не было в городе, потому что меня пригласили в составе жюри на международный фестиваль в Польшу, один из глобальных фестивалей, который проводит украинско-польская сторона, большой, массивный, и мне было очень интересно и приятно поработать в составе международного жюри, и поэтому ребята остались, к сожалению, в гордом одиночестве, но тем не менее, опять-таки, что доказывает, что они умнички, что они молодцы, что они смогли отработать и команды, и сольные выступления, и дуэтные выступления. Они становились просто, они знали, ради чего это нужно, и просто отрабатывали, танцевали, то есть они были в зале неделю, в общем-то, самостоятельными. Бачите, дійсно, результат того те підтвердив. Віка, розкажи, чи відчувалася тобі конкуренція саме на цих змаганнях? Ну, звісно, тому що конкуренція – це перше, що… Віка у нас універсальний танцор. Ну, я хочу, по крайній мірі, щоб вона такою була. Тобто у неї все-таки більше різнобразія була. Ми танцювали і хіп-хоп, і диско-слоу, і диско, і джаз-фанк. Тобто максимально большой діапазон і достатньо тяжело переключатися, допустим, із хіп-хопа переходити на диско-слоу. Тим не менше, у неї неплохо це виходить. Але в хіп-хопі ми, к сожалению, призов не виграли, ми були четвертими. Але, тим не менше, був показаний неплохий рівень, тим більше, що перед нами стояли топові діти, дві українки, які в Україні вважаються кращими танцорами. І не те, що вважаються, вони є кращі танцори. І одну полячку ми перед собою пропустили, а остальні 30 або 35 чоловік були за нами, і це дуже приємно на самом деле. От дивись, Віка, Настя ще розказала також, які вона любить стилі, яких ти стилі звичайно любиш танцювати? Ну, мне больше всего нравится, как я танцую и вообще получаю удовольствие. Это от джаз-фанка и, наверное, так, диско первые 30 секунд. А почему так, Соня? Потому что быстро устаешь и, это сложно. Современный стиль диска – это темп спортивный, 144 удара в минуту, где композиция должна быть наполнена и прыжковыми элементами, и передвижными элементами. То есть это достаточно темповый, насыщенный такой, но он безумно красивый, и костюмы, и ярко, и в общем-то, девочки мои в коллективе больше всего, конечно, это вот диско, диско-слоу, они это обожают, любят. Дальше у нас идет джаз-фанк, к сожалению, на последнем месте хип-хоп, но тем не менее, все-таки я их заставляю, потому что для общего развития. А сейчас мы готовим шоу, и всегда интереснее, когда шоу насыщено в разных стилях, в разных направлениях. Вот, поэтому они молодцы, тем более это чемпионат Украины, например. Девчонки у нас танцевали и в шоу, то есть модерн, контемпорари показывали себя в этих шоу-дисциплинах, и в стрит-дисциплинах, диско, вакинг, дэнс-холл,
джаз-фанк, то есть как бы танцоры нашего коллектива, они универсальны, и на это мы делаем ставку. То есть я всегда беру для себя как пример вот эти вот танцевальные шоу, которые у нас идут всеукраинские, то есть, ну, какие бы там ни были политика внутри, но снаружи это всегда зрелищно и показывает о том, что танцор должен быть все-таки, ну, многогранен. Потом для себя в жизни они, возможно, выберут то, что им будет больше нравиться, но пока они маленькие, пока они становятся на ноги, ну, я считаю, что они должны попробовать и уметь владеть всеми стилями, которые, в принципе, мы танцуем, потому что есть еще масса стилей, которые мы просто уже не можем и, ну, не очень и нам импонируют, поэтому мы в них не работаем. Поэтому мы стараемся быть танцорами универсальными. Ще до чемпіонатів. Ви от сьогодні розповіли про чемпіонат світу, чемпіонат України, трішки ми от про нього поговорили. А якщо порівняти, чого варто навчитися у закордонних колег? Ну, наверное, дисциплине все-таки, то есть жесткий тайминг, но тем не менее я должна сказать, что фестивали у нас в Украине проходят тоже на очень хорошем достаточном уровне, даже те фестивали, которые мы в Черкасах, у нас идет жесткий тайминг, нету задержек, то есть были раньше, когда мы учились, когда мы только начинали, всякое было, но сейчас это уже выведено на уровень, знаете, вы четко понимаете, вы пришли, вы начали, когда вы закончили, когда вы сможете сказать родителям, что можно забирать деток, то есть ну, все по-разному, потому что были у нас чемпионаты до 5 утра. Это было, конечно. Поэтому Черкасы у нас в рекорде, в такой книге рекордов у нас был чемпионат лет 8 назад до 5 утра. Пока этот рекорд в мире еще никто не побил. Ничего, тобто це більше, ніж скільки? Ну, от скільки він стартував тоді? Он с утра стартував. З 5 ранку і до... Ні, не з 5 ранку. Він стартував як о 10 ранку десь і закінчився десь о 5 ранку. Очень большое количество участников. Тогда в Черкасы приехало около 5000 участников. И немного мы не рассчитали. В последний момент добавляли регистрацию. Ну, были нюансы. Сейчас мы уже таких ошибок не допускаем. Сейчас у нас регистрация на очень классном и хорошем уровне. То есть все компьютеризировано, четко, хорошо. Ты приезжаешь, ты уже получаешь и свои стартовые номера, все на месте. То есть, ну, 21 век. И это очень приятно, без канители, без нервотрепки. Танцоры едут, они вплоть до того, что они уже знают свои номера и в каких категориях, заходах и в какое время они выступают. Вот. Ну, чемпионат мира, в принципе, есть тоже свои нюансы. Мы в этом году первый день закончили в час ночи награждение. И дети маленькие, с нами ездил тоже наш очень замечательный коллектив «Импульс». Маленькие дети выступали до часу ночи и ждали свое награждение. Мамочки их поддерживали, мамочки тоже не захотели ехать в гостиницу. Они, ну, это, в общем-то, да, почетно и приятно все-таки стать на этот пьедестал, поехать в Италию, тем более все было, ну, очень помпезно, красиво, насыщенно, что когда вот они выходят на пьедестал, вот внутри есть, знаете, такое чувство, когда вот гордость, это мои дети, и это очень приятно. Продовжуємо цю тему щодо самогордості. Ми дізналися, що один із ваших учнів, він танцює у лондонському королівському балеті, так? Чи знаєте, як саме він отримав ось цей контракт, як так сталося? Ну, по совместительству, це мой син Ярослав. Він закінчив в цьому році університет, Київський університет культури і мистецтв. Вот. И прошел кастинг. Кастинг был реально очень тяжелый и сложный. К кастингу было допущено 250 человек в принципе. Вот. Я с гордостью, в общем-то, хочу сказать, что вот топы, которые танцевали в «Танцуют все» там в двадцатках, они не прошли даже половины туров. То есть, ну, вот я как бы горда тем, что Ярослав смог все-таки дойти. И один из семи человек, он получил этот контракт. И сейчас вот я смотрела, он мне присылает видео. Они работают в разных стилях, с ними работают хореографы со всего мира, и английские, и французские, и из Америки приезжают, и тот уровень, и, ну, в общем, то, где он сейчас, ну, это безумно здорово, и я очень горда тем, что он сейчас там. Ми знаємо, що він не єдиний, хто отримує такі контракти. У вас багато випускників з вашої школи також отримують такі контракти з усього світу. А як ви думаєте, з чим це зв'язано? І, можливо, які у вас особливі такі тренування, наскільки виводять от дітей на такий високий рівень? Ну, просто я, наверное, просто помогаю детям понять, что им это нравится. Я никогда не заставляю. Если ребенок, то есть вот приходят, есть маленькие дети, больше мама хочет, чем ребенок. Ну, я просто советую, вы попробуйте, может, ему больше нравится рисовать, петь что-то. Если ребенок хочет, ему помогают родители,
то, ну, я с гордостью хочу сказать, у меня и девочки, и мальчики сейчас работают и в Москве, они как танцуют сами, так и преподают танцы и хореографию в совершенно разных стилях и направлениях. То есть уехали мой еще один из любимых учеников, они сейчас в Дубае тоже, ну, то место и то, что они там делают, это, ну, действительно впечатляет. Ну, и есть обыкновенные, как бы, вот, контрактные, те попроще, которые вот, ну, в нашем таком понимании, в моем понимании попроще, это Турция, это Китай и так далее. Но, тем не менее, все равно ребята делают то, что им нравится делать. Они живут той жизнью яркой, насыщенной. Ну, я думаю, что это здорово, потому что ты ездишь, ты встречаешься с разными людьми, ты общаешься, ты видишь мир, что самое важное, наверное, это, ну, я думаю, грустно сидеть дома, поэтому мы часто ездим, у нас весь сезон, это танцевальные фестивали, чемпионаты, мы все время в движении, в динамике, поэтому детям, во-первых, им интересно ездить, они знакомятся с другими, то есть сейчас девчонки вон из чемпионата мира привезли кучу друзей и поляков, и итальянцев, и они переписываются, они общаются. Ну, плюс хорошо еще в английском языке тоже, скажем так, практикуется. То есть, ну, это яркая жизнь и дает возможность детям развиваться как личности, ну, так и танцору, соответственно, тоже. Дівчата, розкажіть, як же вам все-таки, чи подобається подорожувати світом і що найбільше запам'яталось під час змагань? Ну, нам дуже подобається. Це завжди якісь пригоди, завжди якісь смішні ситуації, якісь форс-мажори. Дуже багато було цікаво за цю подорож в Італію. Ми були в трьох країнах – в Австрії, в Чехії і в Італії. Ми дуже багато з ким познайомились, і взагалі пригод у нас було просто море. Ну, нам дуже це подобається. Це дійсно, це такі, якби, ну, це пам'ять на все життя. А з ким зараз ще підтримуєте зв'язок із ваших колег, саме закордонних? Закордонним? Ну, як, іноді ми списуємося з кимось в Фейсбуці, а так, то я б не сказала, що я з кимось підтримую відносини. Ну, іноді ми, може, переписуємося, так ні. А ти? Ну, спочатку ми переписувались хорошо після чемпіонату міра, десь, ну, неділі дві-три, а потім я поняла, що вже все, типа, ну, надоело. И я решила, что я не хочу. Ну, я так пообщалась, и все. Ну, это же надо напрягаться, говорить на английском языке, включать переводчик онлайн, переводить. Зрозуміло. Ще запитання. От щодо випускників, так? Чи повертаються вони от в Україну саме після такого багажа знань, так? Чи от вони діляться своїми перемогами, результатами? Як саме ви підтримуєте? На самом деле, я очень рада тому, что они действительно, они приезжают просто в гости. Они приезжают и работают с моими детьми нынешними в коллективе, делясь своими знаниями, своим багажом с теми детенышами, которые есть сейчас. Вот. Но они, в общем-то, достаточно все еще юны и молоды, и какие их годы, поэтому они сейчас еще все ездят, еще как бы, ну, развиваются и ищут себя. Но, тем не менее, говорю, каждый раз, когда они приезжают в Черкассы, они есть у меня, они есть в коллективе, и, ну, вот, действительно, как вы сказали, делятся и багажом, и знаниями, и для нынешнего поколения всегда интересно и приятно, потому что в зале масса кубков, фотографий и дипломов, которые вот имя коллективу делали те ребята. То есть в этом году мы праздновали 21 год нашему коллективу и сошлись действительно, ну, фактически все выпускники, даже самые-самые первые, те, с которых я начинала, когда я еще пришла совершенно-совершенно молодая в институте учась. То есть им уже, то есть их дети уже танцуют у нас. И я была безумно счастлива тогда, потому что, ну, действительно, я поняла, что работа, которую мы делаем, ну, не проходит даром. Это очень хорошие, талантливые люди. Даже те, которые не связаны с танцами, но, тем не менее, для них это какой-то опыт и кусок в жизни, яркий кусок в жизни, который они, ну, в общем-то, принимают. Они сдруживаются, они потом вот по истечении лет и времени, они продолжают общаться. И я понимаю, что их свело именно вот танцы, именно вот поездки, тренировки, то, что им близко, и теперь по жизни, я надеюсь, эта дружба им помогает. Такая семейная атмосфера, конечно, в принципе, творится. Да, да. Чемпионаты – это, по сути, уже результат багатьох тренувань, так? От щодо тренувань, скільки у вас раз на тиждень тренування, і скільки вони от потривалості?
Ну, основные составы – это обязательные тренировки 3 раза в неделю по 2 часа, но они знают, что зал открыт в любое время, и в самостоятельном режиме они в любой момент могут зайти в зал, становиться и работать. Если я буду по свободе, я что-то подсказываю, поэтому фактически есть дети, которые в зале живут круглосуточно. Но, тем не менее, опять-таки, результат их на конкурсе – это результат их труда. То есть, если ребенок сам хочет, то будет результат. А если ему некогда или какие-то есть, как они говорят, отмазки, то, конечно, уже соответственный результат. Поэтому, в принципе, основные составы, я повторюсь еще раз, то есть это дети 2 часа и жесткий тренаж, потому что нужна очень сильная физика, растяжка, акробатика, то есть то, что и без чего, ну, мы не сможем танцевать на том уровне, на котором мы сейчас танцуем. Щодо загального режиму, чи є якісь от поради, там, чи дієту вони якусь тримають на підготовці, чи, можливо, взагалі там потрібно спати більше, є якісь такі поради щодо танцівників? Но это индивидуально. У каждого ребенка своя физика, своя генетика, своя какая-то там наследственность. И мы четко должны видеть и понимать. То есть, если есть склонность к полноте, мы фиксируем и анализируем, что мы кушаем, и стараемся контролировать то, что мы кушаем. Ну, естественно, физика. Ну, а насчет спали, тут уже что-то уже родители должны. Но, опять-таки, хочется отдать должное тем людям, которые приводят своих детей. Это, наверное, еще более фанатичные люди, чем я, чем эти же дети. То есть, мамы... Опять-таки, со своей стороны они помогают, поддерживают и дают возможность детенышу развиваться. То есть на начальном этапе, когда детки маленькие, 90% успеха ребенка – это мама. Вот сейчас уже, да, когда у них есть свои мозги, когда они уже сами начинают понимать, чего они хотят. Вот, говорю, маленьких детей, знаете, когда они только приходят, начинаешь элементарно растягивать на шпагат, они плачут. Они плачут горькою слезою, им больно. Но через месяц какой-то они уже понимают, что это необходимо, и они мужественно терпят, закусывая губы, могут кричать, не вопрос. Но они понимают, они хотят, и они к этому стремятся. Вот так же, как вот взрослые уже танцоры. То есть они уже с пониманием относятся к той проблеме, которая у них существует. То есть если она знает, что где-то она поправилась, она начинает либо сушиться, либо больше физикой заниматься. То есть, ну, тут, опять-таки, чисто индивидуальный подход, у каждого свое. Тут, ну, нельзя общее давать картину. Зрозуміло. Ще така річ, ми дізналися, що у вас зал потребує ремонту, так? Багато хто про це говорить. Що у вас, які проблеми виникли? Но мы заехали в этот зал, по-моему, 4 года назад. И, честно говоря, все то, что сделано в зале, это вот спасибо родителям, начиная пол, зеркала и все остальное. Но сейчас нам дали обещание, что нам помогут и сделают хороший капитальный ремонт, потому что, ну, хочется, чтобы дети все-таки приходили и чувствовали себя в 21 веке, в европеизированный зал. Потому что, говорю, задумок очень много. Мы хотим сделать, и место, плоскость позволяет, и гимнастическую зону для растягивания с матами, со всеми, что это необходимо, современный танец и то направление, в котором мы занимаемся, ну, без этого совершенно никак невозможно и нельзя. И зону для классики, и хорошие-хорошие раздевалки для деток, чтобы было комфортно. Вот. Ну и самое главное, конечно, ну тут, наверное, вся табачка, она как-то страдает вот этим моментом мокрых стен. Вот. Мы с этим боремся как можем, но все-таки малейший дождь, вот сейчас на улице будет идти дождь, и у нас стена будет абсолютно сырая и мокрая. То есть, но опять-таки для деток они форсировано, идет форсированное дыхание, идет нагрузка, и лучше, чтобы воздух был, ну, пригоден для того, чтобы можно было там дышать и заниматься. Я думаю, що для чемпіонів світу таке дійсно зроблять, адже наскільки от у нас і титуловані йдуть танцівники, дійсно. Наступне запитання щодо наступного сезону. На які змагання ви плануєте поїхати? Ну, у нас сезон, как обычно, будет очень насыщенным. То есть фактически все самые большие масштабные фестивали, чемпионаты мы планируем посетить в обязательном порядке. Вот, потому что, ну, сами понимаете, каждый чемпионат – это определенная ступенька, танцоры развиваются, растут и видят, как развиваются рядом с ними другие. Маленькие дети, как говорится, учатся не учась, то есть им достаточно съездить на 1-2 конкурса, и они начинают грести, им становится интересно, они понимают, зачем в зале говорится или делается то или иное. Вот. Ну и вот сезон мы сейчас начинаем, буквально через несколько дней. Сейчас уже в Украине проходит один из самых масштабных летних мероприятий в стиле хип-хоп, Feel the Beat, и туда приглашены
очень маститые, они будут в судейской бригаде работать и давать мастер-классы как лекторы. И мы с девочками хотим посетить эти мастер-классы для того, чтобы, ну, уловить вот эти последние тенденции, стать лучше, для того, чтобы потом можно было уже говорить о каких-то результатах в дальнейшем сезоне. Наскільки важливо саме відвідувати такі тренінги? І чому вони саме от допомагають навчитися? В обязательном порядке. То есть танцор, если хочет быть классным, если он хочет быть в топе, в обязательном порядке он должен брать мастер-классы. То есть у нас в коллективе это заведено. То есть вот сейчас будет начало сезона, мы будем к себе приглашать лекторов. Мы будем приглашать к себе ведущих танцоров, ведущих педагогов Украины, для того, чтобы он с девчонками и с мальчишками работали в разных стилевых направлениях, потому что один тренер, как бы, это хорошо, но все равно я даю через свою призму, а для того, чтобы танцор был универсальный, для того, чтобы он был гармоничен, то есть он должен много видеть, много знать и общаться с разным количеством преподавателей, тогда он становится, как бы, знаете, как алмазом, как, ну, сам, то есть каждая грань оттачивает каждый человек через призму свою, ну, в общем, но это очень важно для танцоров. Поэтому мы практикуем такое. Но в Черкассе, к сожалению, такого уровня педагогов очень дорого. Несложно, но очень дорого. Поэтому мы поедем туда, к ним. Тем более там опять-таки вся Украина собирается. Лучшие танцоры, джемы, батлы. Ну просто интересно повариться, посмотреть, для того, чтобы опять-таки девочки и мальчики, которые туда едут, смогли почувствовать свою силу. Но девочки у меня идут только на классы, а старшие ребята, они едут и будут принимать участие в батлах в этих. Тобто відпочивати, навчаючись таким вот, чином? Так, да, це взагалі найідеальніший, хороший варіант. Зрозуміло. Дякую вам за таку розмову. Бажаємо вам натхнення, аби ваші проблеми з залою вирішились. Чемпіонкам світу я бажаю, аби підтримували це звання, аби і далі йшли до своїх перемог. Дякую, ми запрошуємо ще раз до нас гості, вже з новими нагородами, з новими якостями.